Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу прибыл с двухдневным визитом в Афины для участия в третьем заседании Высшего совета сотрудничества Греции и Турции. Обе стороны выразили надежду на улучшение непростых отношений, которые недавно обострились из-за срыва кипрского урегулирования. В свете этого Анкара предложила Афинам вместе заниматься разведкой и добычей углеводородов. «Наша цель – развивать в будущем греко-турецкие отношения», – заявил премьер Антонис Самарас. А для достижения этой цели правительства обеих стран обязались продолжать сотрудничество в той же мере, что и раньше. «Мы не хотим никакой напряженности ни в Эгейском море, ни в восточной части Средиземного», – отметил и Давутоглу. «Мы можем решить все наши проблемы путем диалога, даже если у нас есть разногласия или различные подходы к решению проблем. Мы должны продолжать разговор». Также турецкий премьер подчеркнул, что измениться может все, кроме географического положения, призвал налаживать добрососедские отношения. Принял высокого гостя президент Греции Карлос Папулиас. Несмотря на то, что значительных результатов в дипломатии не приходится ожидать от таких встреч, обе страны рассматривают форум как прекрасную возможность улучшить отношения в неполитических сферах, таких как торговля, туризм, культура и спорт.